В актовом зале межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников органов внутренних дел. Мероприятие прошло при участии начальника полиции, его заместителя, а также председателя ветеранской организации. Кроме того, присутствовали сотрудники межмуниципального отдела. В ходе мероприятия начальник полиции лично поздравил всех присутствующих и выразил слова благодарности, отмечая их значимый вклад в обеспечение общественной безопасности и соблюдения закона. Также в знак признания и поощрения начальник полиции вручил награды заслуженным сотрудникам органов внутренних дел. Наш коллектив работоспособный, боевой. Это показывает результаты нашей служебной деятельности. У нас, я могу сказать, одни из самых высоких результатов по раскрываемости преступлений – 90%. Поэтому хочу сказать спасибо вам. Именно вы делаете те результаты работы, за то, что на наших улицах спокойно можно ходить, нашим детям гулять. Поэтому от всей души большой человеческий поклон. Спасибо большое. Наградить медалью МВД России за отличие службы первой степени подполковника полиции Шикова Заида Гузеровича, заместителя начальника МВД России. Этим же приказом наградить медалью МВД России за отличие первой степени лейтенанта полиции Кубашичева Аслана Аслангелиевича, дежурная группа режима подозреваемых и обвиняемых МВД России Кашхабльский. Поздравляю. Медалью МВД России за отличие в службе второй степени наградить майора полиции Даурова Айдамира Нурбиевича. Спасибо. Наградить майора полиции Тлешева Магомеда Аслановича, оперуполномоченного отделения ГУВД. Наградить майора полиции Патрук Анзора Адамовича, старшего участкового полномочного группы участкового полиции по делам несовершеннолетних отделения полиции Кахабльская МВД России Кашхабльск. Наградить капитана полиции Гидакоева Азамата Мурадовича, командира отдельного взвода, наградить капитана полиции Тхазеплева Анзора Скадбиевича, полицейского поста по охране здания Дубровича. Приказом МВД России от 30 августа 2023 года за номером 1078 по личному составу присвоить первое специальное звание лейтенант полиции Кубашичеву Аслану Аслангелиевичу. Приказом МВД по республике от 2 октября 2023 года за номером 739 по личному составу присвоить очередное специальное звание капитан полиции Кадакоеву Мурату Нальбеевичу, старшему инспектору отделения по вопросам миграции МВД России Кашхабльск. Приказом МВД по республике Адыгея за номером 739 присвоить очередное специальное звание капитан внутренней службы Кучеренко Юлии Анатольевне, старшему инженеру группы информационных технологий связи и защиты информации МВД России Кашхабльск. Приказом МВД по республике Адыгея от 7 ноября 2023 года 728 по личному составу наградить почетной грамотой подполковника милиции в отставке Барокова Нурбея Масхудовича за личный вклад в патриотическое воспитание, воспитание сотрудников органов внутренних дел и молодежи, пропаганда соблюдения законности и правопорядка. Служа России. Приказом МВД по республике Адыгея от 3 октября 2023 года номер 746 по личному составу за образцовое исполнение служебных обязанностей, профессионализм, проявленный, принесение службы в особых условиях наградить почетной грамотой капитана полиции Кадакоева Мурата Нальбеевича, старшего инспектора отделения полиции МВД России. Приказом МВД по республике Адыгея от 31 октября 2023 года за номером 823 ЛС
за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие показатели служебной деятельности, объявить благодарность капитану полиции Летневой Татьяне Александровне, инспектору патрульной полиции УПДН МОД России Кашхабльске. Приказом МВД России Кашхабльский от 8 ноября 2023 года за номером 326 по личному составу за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие показатели в служебной деятельности, наградить почетной грамотой МВД России Кашхабльский майора полиции Этлешева Магомеда Аслановича, руководителя отделения уголовного розыска МВД России Кашхабльский, почетной грамотой майора полиции Акулова Сергея Николаевича, старшего участкового полномочного полиции отдела участковых полномочных и по делам несовершеннолетних МВД России Кашхабльский. Наградить почетной грамотой майора полиции Даурова Владимира Владимировича, МВД России Кашхабльский. Наградить почетной грамотой капитана полиции Устова Артура Усановича, специалиста группы по работе с личным составом МВД России Кашхабльский. Наградить почетной грамотой капитана полиции Артана Владислава Муратовича, оперативного дежурного дежурной части МВД России Кашхабльский. Наградить почетной грамотой капитана полиции Калюжную Оксану Васильевну, инспектора по делам несовершеннолетних, группы участковых полномочных полиции по делам несовершеннолетних, отделение полиции Катуринокапольская, МВД России Кашхабльский. Наградить капитана полиции Бзасежева Мурата Славовича, начальника отделения дознания МВД России Кашхабльский. Наградить капитана юстиции Туркова Касима Бесланова, старшего следователя следственного отдела МВД России Кашхабльский. Наградить почетной грамотой капитана юстиции Бельзегова Анатолия Руслановича, старшего следователя следственного отдела МВД России Кашхабльский. Наградить старшего лейтенанта полиции Дечева Руслана Аслановича, старшего инспектора по оперативному направлению МВД России Кашхабльский. И старшего лейтенанта юстиции Талова Артура Шаликовича, следователя следственного отдела МВД России Кашхабльский. Старшего лейтенанта полиции Анзарокова Амира Зулимовича, оперуполномоченного отделения уголовного розыска МВД России Кашхабльский. Наградить почетной грамотой старшего лейтенанта полиции Воронову Юлию Вячеславовну, старшего специалиста по воспитательной работе группы по работе с личным составом МВД России Кашхабльский. Этим же приказом наградить почетной грамотой лейтенанта юстиции Плюпова Азамата Мухамедовича, следователя отдела МВД России Кашхабльский. Наградить почетной грамотой лейтенанта полиции Шаханова Нурдина Зауровича, следователя следственного отдела МВД России Кашхабльский. Этим же приказом наградить почетной грамотой лейтенанта полиции Ибрагимова Зураба Руслановича, участкового уполномоченного полиции отдела УПД МВД России Кашхабльский. Лейтенанта полиции Байбекову Алену Алимовну, инспектора направления по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних МВД России Кашхабльский. Наградить почетной грамотой сержанта полиции Кикова Айдамира Казбековича, участкового уполномоченного полиции группы участковых полиции по делам несовершеннолетних МВД России Кашхабльский. Старшего сержанта полиции Нирова Ильдара Сульмановича, помощника дежурного группы режима изолятора время содержания подозреваемых и обвиняемых МВД России Кашхабльский. Наградить почетной грамотой Шехмирзова Хасамбия Назировича, полицейского отдельного взвода патрульно-постовой службы МВД России Кашхабльский, за добросовестное исполнение служебных обязанностей объявить благодарность майору внутренней службы Иванове Алле Михайловне, главному бухгалтеру бухгалтерии МВД России Кашхабльский, Ашхамаповой Оксане Рамазановне,
бухгалтеру первой категории бухгалтерии МВД России Кашабовича. Свистуновой Галине Петровне, юристу первой категории НПО МВД России Кашабовича. И благодарность Сергеевой Аминет Зуберовне, старшему делопроизводителю группы делопроизводства режима МВД России Кашабовича. Объявить благодарность Хатковой Асете Нурбиевне, делопроизводителю группы делопроизводства режима МВД России Кашабовича. В Министерстве внутренних дел по Республике Адыгея 12 октября 2023 года проводился конкурс детского творчества «Мои родители работают в полиции». От имени руководства Министерства внутренних дел по Республике Адыгея объявлена благодарность Нагоеву Рустаму Юрьевичу, ученику 5 класса МГУ Сошкина Павла. Объявлена благодарность Нагоеву Алиму Юрьевичу, ученику 1 класса МГУ Сошкина 2 аула Вишикапов. Объявлена благодарность Гордею, Кучеренко Гордею Алексеевичу, ученику 5 класса МГУ Сошкина 13 Кутера Микольбов. Объявлена благодарность Ардаляновой Ксении Сергеевне, ученицы 4 класса МГУ Сошкина 13 Влада Куканича. Объявлена благодарность Ардаляну Сергею Сергеевичу, воспитаннику детского сада общеобразующего вида номер 12 города Курганинска. Назар Алексеевич, ученику 2 класса Сошкина номер 2. Благодарность объявлена Симоненко Анастасии Сергеевне, ученице 3 класса МГУ Сошкина номер 10. Председатель ветеранской организации Нурби Барока выступил с поздравительным словом. Он отметил важность работы органов внутренних дел, их служение на благо общества. Сегодня такой замечательный праздник для нас, профессиональный. Мне бы хотелось вспомнить тех сотрудников нашего отдела, которые добросовестно проработали, уходили на пенсию. Но их сегодня с нами нет. Это замечательные ребята были. Казиев Евгений Шеретукович, Ковлев Вячеслав Махмудович, Карданов Андрей Исуфович, Кидахоев Шамсудин Асламирзович. Много ребят, которые достойно выполняли свою работу и уходили на заслуженную пенсию. Сегодня с нами уважаемые пенсионеры, они уже 75, 80 лет, 85 лет, Тугов Юрий Алиевич, Засеев Слава Рамазанович, Кагалигова Евгения Семеновна, Шихожева Нина Хасангьевна. Они с нами сегодня живы, здоровы, дай Бог им всем крепкого здоровья. Я от имени ветеранов то же самое хочу поздравить и пожелать вам хорошей службы, здоровья крепкого, чтобы всеми не забывали и не забывали свою службу. Торжественное собрание завершилось совместным фото, на котором были запечатлены все участники мероприятия.